Христос воскрес! Воистину воскрес! Продолжаются эти светлые, радостные дни Светлого Христового Воскресения. Сегодня мы, дорогие братья и сестры, слушали с вами за Божественной Литургией очередное евангельское чтение от Иоанна, в котором рассказывается о том, как в самом начале служения Господу нашему Иисусу Христу пришел некто от старейшин иудейских именем Никодим, учитель народа израильского. И первые слова, которыми он обратился к Господу, он признал его божеством. Сказал, что: «Господи, мы знаем, что ты пришел свыше, потому что не может человек своей силы творить такие чудеса, которые ты творишь». И в ответ на это исповедание веры, божественность Господа Иисуса Христа, он открывает Никодиму некое новое учение. Учение о том, что каждому человеку для того, чтобы наследовать Царствие Божие, необходимо родиться от воды и духа. Никодим вначале не может вместить в себя всю полноту этого божественного откровения, но мы с вами знаем, что оно вполне исполнилось и вполне вместилось и в него, поскольку он был одним из тех, кто имел тело Господа нашего Иисуса Христа и полагал его во гробе. И мы все с вами, братья и сестры, также обновлены, освящены, возрождены к жизни вечной именно водой и Духом Святым. И это нас очень многому обязывает. Вот очень часто доводилось слышать в эти дни, как нужно встретить Святую Пасху, как должно к ней приготовиться. Но редко кто спрашивал о том, как проводить эти дни после Пасхи. Да, а ведь это самое важное. Дерево познается по плодам с ним. И то, как мы встретили Пасху, как мы подготовились, проявляется именно сейчас, именно в эти дни. К сожалению, некоторые спрашивают, а можно ли работать в эти дни? Да? Нужно ли работать? Помните, о чем у Господа нашего Иисуса Христа было множество споров с иудеями? За что они его упрекали? За то, что он в субботу делал что-то хорошее. Да? И подчас тоже люди не всегда понимают, что в эти дни нужно трудиться. Но нужно трудиться не для себя, а для своих ближних. Нужно трудиться именно тем трудом, теми трудами, о которых мы сегодня слышали и в апостольском чтении. Апостолы же не пребывали в праздности. Они проповедовали Слово Божие. Они приходили к людям и прилагали к церкви многих и многих людей. Так и в эти дни, конечно, для себя что-то делать, я думаю, не стоит. Но прийти к людям, рассказать им что-то о Христе. Где-то, если надо, даже кому-то нужно помочь. Это будет святым нашим делом. Потому что именно сегодняшние дни показывают, какие мы христиане, как мы празднуем. Мы только лишь замыкаемся в самих себе, мы только лишь для себя встретили эту Пасху. Или действительно на нас исполнились слова Христовы, мы обновились и вновь родились от воды и духа. И дух этот дышит и проповедует Евангелие всей твари. Помните об этом, пожалуйста, братья и сестры. Несите Евангелие, несите свет Христового воскресения ко всем вашим близким. Христос воскресе! Воистину воскресе!